До конца года около 700 ямальских семей сменят ветхое жилье на новое. Правление фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку округа на софинансирование программы переселения граждан из аварийного жилья. Федеральная финансовая поддержка программы превышает 380 миллионов рублей. Округ вложит в реализацию проекта порядка 700 миллионов. И таким образом объединенные финансовые усилия позволят расселить порядка 50 аварийных домов.